Первые 100 рублей. Кто это человек? Сто я выпью за него. Кто? Сережа и Настя. Сережа и Настя говорят, выпейте... Ты пьешь за Сережу, я за Настю. Подожди, они пишут, выпейте за нас в Крыму. Ты перестал попадать в кадр. Ты перестал попадать в кадр, давай. Сережа и Настя. Сережа говорит, красав, Крым. Настя. Крым. Чей Крым, Виталий? Как американец. Скажи, как американец. Крым, судя по всему, украинский. Нет. Настя, Сереж, за вас, за Крым. Чей Крым, Виталий? Не знаю. Ну как чей, чей? Российский пока. Что ж, или временно, или уже, я не знаю. Я же американец. Крым, Сережа. Сережа и Наташа. Настя. Сережа, Наташа. Настя. Настя. Сережа и Настя. Сережа и Настя. Они, кстати, не написали, чей Крым. А вот у них сейчас спросим. Ну, в любом случае, за Крым. Да. За Крым. Сережа и Настя. Это... Очень Крым, великолепный остров. Крым наш. Я тебе как крымчанин говорю. Я тебе говорю как крымчанин. Крым. Как крымчанин. Значит, Крым наш. А, кстати. Американец не мог сказать наш. Потому что ему-то пизделей вы потом вловили. Не наш, что да, получили. Да. Что вы портите отношения? Не ваш, не ваш. И без того не сильно между Америкой и... Да. Крым крымчан. Крым крымчан, конечно. Крым того человека, кто себя там уютно чувствует. Вот это все ваше. И наше. Так. Так, Сережа и Настя. Сережа. Крым, а где, интересно, они не пишут, откуда они? Ну, судя по всему, они из Крыма. Что тут может быть?